Здравствуйте, дорогие подписчики! Ну вот и отгремели новогодние праздники, и наступил новый 2022 год. Для нас, конечно, новогодние фейерверки оказались самым стрессовым периодом в году, так как наша собака Челси очень боится выстрелов. И в сезон морозов и гололеда нам приходилось гулять с ней очень осторожно, так как она нас постоянно тянет на поводке домой. Выходить с ней по вечерам на прогулку было очень тяжело. Да и днем она не горела желанием выходить гулять. Однажды она даже вообще выстрелов не было, увидела огоньки, бенгальские огни, молодежь зажгла у елки. Я ее взяла на руки, и она начала биться в конвульсиях, типа «отпусти меня домой, я хочу домой». Я не могу видеть эти огни, этот цвет и грохот фейерверков. Конечно, она постоянно за каждым углом ожидала, что вот-вот бабахнет. То есть собака, в принципе, идеально во всех отношениях, кроме вот новогодних фейерверков, которые разрывают ее слух, видимо, и она создает нам очень стрессовые ситуации. Не дай бог сорвется с поводка, не дай бог убежит. Мы ее буквально водили на поводке и ни разу не отпускали, что, конечно, очень тяжело, и ей хочется побегать, и нам бы не хотелось вот так вот скользить по гололеду, когда она тянет нас на поводке. Я пыталась найти какие-то оптимальные способы заткнуть ей уши. Даже натянула ей на голову повязку свою, такую Мэри Кей. Знаете, такую, когда косметику, какую-то там глину или маску накладываешь на лицо, чтобы волосы отделить. Ну, она в ней более-менее чувствовала себя в безопасности, по крайней мере, дальних выстрелов по городу не слышала. Ну, а если, конечно, грохот будет рядом, то она вообще начинает колотиться в истерике, все ее тело сотрясается крупными судорогами. Вот так вот мы гуляем во время фейерверков. Моя курочка, там опасно, сейчас падает все. Кто такой у нас Мэри Кей? Красивый. Аленушка? Побежали, побежали. Топ-топ, сюда. Пошли, 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 пошли. Вот умничка. Вот молодец. Вот так мы сегодня будем гулять. В шапочке. От фейерверков прятаться. Да, заяц? Ну, тем не менее, этот период мы пережили. Однажды соседка увидела реакцию нашей собаки, посоветовала нам включать ей видео со звуками фейерверка, показывать ей такое видео, говорит, помогает некоторым собакам, но нашей не помогло. Сколько я ей не включала, что там у нее не разрывалось, ноль внимания, она даже ушами не ведет. Что, фейерверк смотришь? Привыкай, привыкай. Очень тяжелый, напряженный новогодний период. Мы его пережили и сейчас отходим от стрессов. Потихонечку начинаем отпускать ее с поводка, и все еще
ожидаем каких-то выстрелов по вечерам. Гулять собака по вечерам абсолютно не желает выходить, приходится вытаскивать ее из-под кровати. Вот такой вот сложился у нас новогодний период. А как вы провели новогодние праздники? Пишите в комментариях. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!